Здравствуйте. Я Горовая Валентина Васильевна. Уже полтора года я болею. У меня был инсульт. До сих пор меня не отпустили. И не могу нормально говорить. Не могу рукой работать, я ее не чувствую. Я не могу нормально ходить. Я правой ногой как костылем проталкиваюсь. Мне плохо. И я так живу. Я как сказать, я хочу сделать ролик, чтобы, когда я получу голограмму опта, чтобы записать потом, как я буду себя чувствовать. Сейчас я себя плохо чувствую. У меня ничего не работает. У меня правая сторона ходит. Потом я буду писать, как я буду чувствовать себя. До свидания, до следующей встречи.